Так, друзья, подплываем обратно в наш город. Так. Darf ich Sie jetzt noch bitten, Ihren Platz noch beizubehalten, bis das Schiff sicher angelegt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben Sie alle, Saha. Небольшой экскурсии по этому, по острову Мальта. Точнее, по внутреннему, так скажем, кругу этого острова, по центру Валетта, по столице. Вот. В общем-то, очень красивая такая приятная экскурсия была. Потому что спокойно ехали, спокойно объясняли. Единственное, что не было на русском языке пояснений. Только на английском и на немецком. Но несмотря на это, виды были очень красивые. И поездка-то стоит 15 евро, что совсем недорого. Тем более, что сюда еще ходит также поездка на автобусе. На следующий, то есть два дня можно. Куролесить один день на пароме, второй день на автобусах, по разным направлениям при том. На автобусах, кстати, на русском говорят. Так, сейчас посмотрим, как наш помощник капитана, матрос, выкинет якорь. Вода прозрачная, кстати. А что, он зацепился или нет? Да, да. Они за это цепляются? Вот, они зацепились. Вы видите, да? Да, вот. И все, внизу они держат. И вот поднимается сейчас. А кто поднимает? Ну, вот эту штуку поднимает. Что там? Да, это элек. А, понятно. Вот здесь вот. И закручивают, да? Вот таким образом это происходит. Он уже спец, как он легко зацепил, да? Он здесь годами уже работает. Якорь. Да, да. Зацепился и стал тянуть. Вода какая красивая стала. Когда мы прибыли сюда, здесь все было черно, темно, мусорно. Я вообще думал, что ужасное место это Мальта. Но чем больше здесь нахожусь, тем больше убеждаюсь, что здесь все прекрасно, красиво, очаровательно и волшебно. И вот такая вот вода становится здесь. Ну, это Средиземное море. В принципе, оно всегда красивое. Также, когда купаешься в этой воде, самочувствие именно вот из-за соли, которая в ней, на самом деле, очень такая, я не знаю, полезная, она не полезная, но чувствуешь себя после нее отлично. По-другому чувствуешь себя. А, вот так натягивается, натянулась. Сейчас он ее будет разворачивать, эту лодку. Вот он ее разворачивает, да. Будет сюда пришвартовываться. А, наверное, там по всему заливу. Да, вот, да, да, вот. Поход здесь. Ну, вода прозрачная, да. Да, тут разные, кстати, лодки, друзья. Есть, вот если на такой ездить, не очень большой, то очень. На такой не катались, нет? Нет, а что, он больше? Не, он наоборот меньше. Просто если будете на такой ездить, знаете, что может стать очень плохо. Да? Да. А, туда, да, тошнит, да, потому да, что тошнит. Качает. Она поменьше, да, она качает.
Когда совсем маленькая, как-то нормально. А вот когда вот такая, средняя, да, она обычно ходит на Гозы, на Голубую лагуну, вот эти места ходят. То есть они разные есть тут. Просто если на ней будете, то половина пассажиров да? точно в укачке, да. И плохо, чувствую себя очень плохо. Нет, вот этого нам было достаточно сегодня. Вот что это за рыба? Я думаю, это рыба дорада. Да, эти маленькие, которые плавают? Ну, да. Да. Не знаю, что это за рыбки у нас. А вы откуда? Из Питера. С Питера, да? Да. Тоже одна команда, нет? Вот тут еще с Питера тоже вон. Нет, разные. Все отдельно, но думаю, что да. Он даже в самолете не помню. Да, не помню. А вы? Ингушетия. Да. Ой, у нас есть вот рядом с Ингушетией. Вы родились в Кабарде? Вот. А что-то в Ингушетии. Соседи. Земляки почти. Да, земляки. И оттуда и прилетели? Не, мы еду в Голливуд, вот мой сайт. Можете записать себе на всякий случай. Да. И что будет? Обзор.тв. Да. Все, записываю, все туда выкладываю. Видео. Путешествую. А, путешествовать, а потом что делаете? В Голливуд еду. А, это выкладываю, видео все на этом сайте выкладываю. Понятно, а в Голливуд едете снимать? Да. Снимать и сниматься. А потом вернетесь? Потом посмотрим. Понятно. Потом это долго есть. Ясно. Еще надо в Голливуд попасть. Да, еще надо попасть. Застрять, да. Так, вроде мы приплыли. Да, вот мне прям кажется, что это вот это черный кустик. Ну, вон там еще они тоже плавают сверху. Да? Выходим? Пойдемте, хватит. Ой, так хорошо на солнышке перегрелись. Так, друзья, заканчиваем нашу экскурсию. Очень много русскоговорящих, не только на пароме, здесь их так чуть-чуть, а вообще на острове. Много людей прибывают с России, с других стран, с Украины тоже, также с Польши много я заметил. Поэтому, в общем-то, много есть экскурсий на русском языке. Меню тоже есть. Правда, меню не очень много на русском языке здесь, но все равно есть. Экскурсии продаются вот по этой набережной. Видите, вот эта желтая будка стоит. Вот эта желтая будка, вон. То есть, когда по набережной прогуливаетесь, огромное количество разных предложений за 15 евро, за 20 евро, за 10 евро. Разные суммы. Вон они все стоят. Разные предложения, разные экскурсии. Ну что, понравилась тебе экскурсия? Нормально, хорошо. Нормально? Пойдем? Так, снова стало жарко. Потому что когда дул ветер, было холодно. Сейчас опять стало жарко. Ужасно, на, держи. Сейчас тут осторожно надо. Левостороннее движение. Очень сложно ориентироваться, особенно если ты не знаешь. Пойдем. Пойдем тогда сюда, в нашу сторону. Так, друзья, пока все, закончили такую экскурсию. Я до этого видео записал, если что, смотрите, очень интересная экскурсия, по крайней мере, мне понравилось эти места. Город Валетта, вон он лежит, столица этого острова Мальта. И, в общем, всю вот эту тему, вот так вот они нас покатали, посмотрели, показали. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.